Всем привет, дорогие мои, с вами Леон, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Revelations. О, да. Что ж, в прошлой части мы добились лояльности семьи Султана, и теперь мы ведем вместе расследование, почему янычары хотят уничтожить их семью, ну, вернее, наследника. Собственно, потому что они тамплиеры, но... Надо выяснить, кто ими заправляет. Так или иначе, у нас здесь очередная книга Пола. А вернее, найдите символы Пола и выясните местоположение книги. Хорошее, высокое место. Так. Ну, давайте найдем эту книгу. Так, а где еще? Вот оно, значит, когда. Понятно. Так, книга Пола. Вот так вот просто заныкали. Так, ладно. И сейчас отправляемся к Софи. Может, она... Неплохо. Расскажет нам, чего новенького. Так, в принципе, бежать вроде недалеко. До ее апартаментов. Вот дерьмо. Опять проблемы? Да вот есть небольшие проблемы, чувак, с моим фреймрейтом. Как всегда. Почему у меня все время возникают эти проблемы с Assassin's Creed, я не понимаю. Так. Все эти неоправданные подвисания, вечные... Так, ладно, мы прибыли. Салюты. Я почти вычислила еще две книги. Одну у Топкапи и другую в районе Бейзит. Сперва Бейзит. Топкапи — это тупик. А, си. Вы знаете, что это такое? О, это инкредибили. Старая коптская книга, в хорошем состоянии. Потрясающе. Должно быть перевод, сделанный в третьем веке. София, что здесь произошло? А, пару раз в год такое случается. Люди вламываются в лавку, чтобы поживиться. Я не держу здесь ценного. Но на этот раз лишилась дорогого мне портрета. Жаль. Не беспокойтесь. Я найду ваш портрет. Эцио, вор уже, наверное, далеко. Если он пришел за деньгами, но взял портрет, значит, он сейчас пытается его продать. Ну, если вы найдете его в ближайшие часы, я буду неподалеку от Акведука. У меня там дела. Итак, кто-то вломился в лавку Софии и украл портрет, представляющий для нее большую ценность. Пока София занята работой, верните портрет, украдите портрет так, чтобы торговец не заметил вас. Да. Что ж поделаешь, всякие бывают уроды, приходят, воруют, грабят мирных людей. Придется показать им, где их место. Так, ребята, пардоньте, не хочу с вами связываться. Итак, вот оно, это рынок. И здесь, возможно, кто-нибудь что-нибудь допродает. Так, я слышу звуки внизу, но как мне... А, вон. О, отлично. А вот и наш подозрительный тип. Where? Где он подозрительный-то? Это за гранью моего понимания. Должна же быть. Где он, Ладро? Отвечай. Я ничего не сделал. Ты... Да наплевать. Буду бить тебя, пока не расколешься. Я нашел этот портрет. Ты... То есть мне его подарили. Для начала научился бы врать как следует. Боже, спаси! Господу и без твоих молитв ем заняться. Ну...
Ладно. Что? Драка на рынке, мать твою! Мне все равно, как портрет попал к тебе. Где он сейчас? Я продал его торговцу на базаре. Жить-то как-то надо. А ты попробуй работать, а не красть, каналья. Каналья. О, нет, он... Убийство! Назад! Где убийство? Что убийство? Я ничего такого не делал. Ладно, идем искать дальше. Так, торговцу продал, значит, да? Надо выкрасть так, чтобы он не заметил. Так, вон он, портрет этот, я вижу. Я продаю один портрет, если вам интересно. Прекрасная работа. Правда, она как живая. Удивительная красота. А, можно выкрасть картину, а можно купить ее. Давайте попробуем выкрасть. Идем по тяжелому пути. Так, мне нужна толпа, ребята. Так, что он на меня смотрит? Ну не хочу я покупать его картину. Так, и никто его не отвлечет, что самое интересное. Если только... Вот таким вот образом. Что это? Твою мать! Какой посол! Ну! Ну блин! Он должен был отвлечься! Засранец! Чтоб его! Ладно. Немного хаоса, и все нормально. Так, ладно, в любом случае картина у нас, и несмотря на пару проколов, возвращаем ее обратно Софи. Да пошли вы нафиг. Здорово, как твои? Ничего. Ты познаешь много боли. Хедшот не удался. Мадре Санта, пора уходить. Вот интересно, он упал с такой высоты и убился напрочь. А я упал с такой высоты, даже не покалечился. Да, классно. По-моему, очень похоже, правда? Оригинал лучше. Буфоны. Отец подарил мне его на 28 лет. Я неделю позировала мессеру Альбрехту Дюреру. Представляете? Целую неделю сидела, ничего не делая. Ужас какой. Уна тортура. Итак, я нашла место, где спрятана вторая книга. Кстати, это недалеко. Грация. Эцо. Что все это значит? Вы не ученые, это видно сразу. Вы служите церкви? Не церкви, нет. Я своего рода учитель. Я все расскажу, София. Но позже. Ну вот, она уже начала задавать вопросы. Украдите портрет так, чтобы торговец не заметил нас. Ну, извините, не получилось. Надо было ему эту шашку в задницу засунуть. Отвлекающую, чтобы он действительно не заметил, как мы будем воровать у него. Да пошла ты! Мне что? Так, картина. Ой, в смысле картина, книгу. Сейчас добудем еще одну книгу. Так, и как спуститься без потерь? Вот так вот.
Так, скорее всего, мне придется даже пересечь опять на другой полуостров. И, в общем, телепортация. Оп! Нормально. Так, ну давайте посмотрим. Так, тут маршруты. Так, что у нас? Блин, я не прочитал задание. А что я должен был сделать? Блин, я думал элементарно вычислить. Спрятал у Акведука Валента книгу, в которой могут быть подсказки. Так, используйте 1 на 4, чтобы найти символы пола. Так. Угу. Значит, они все-таки есть. А, вот, да, точно. Отлично. Нашли. Акведук. Так, достаньте книгу. Сейчас добудем книгу. Да, в этой серии мы нашли уже сразу две книги. Хорошо. Зато хоть на этом мы особо заострять внимание больше не будем. Я так понимаю, потом еще одна и все. Вот так вот. Найдена пьеса Менандра, девочка с флейтой. Ха. Забавно. Бычий форум разблокирован. Нафиг он мне нужен. Этот бычий форум. Так, я так понимаю, эти книги я могу находить даже не с помощью Софи. Просто если внимательно буду смотреть на всякие возвышающиеся места, как, допустим, я в самом начале этой части прохождения сделал, просто нашел и поднялся. Так. А если через Софи, то приходится оказывать услугу за услугу, что, на мой взгляд, гораздо интереснее, чем просто так вот находить эти места. Да ну вас. Так. Я там видел очередной фрагмент анимуса. Пятнадцать фрагментов добыл. Классно. Можно уже, в принципе, смотреть новые воспоминания Дезмонда. Так. Отлично, сейчас добудем очередной ключ. Это будет замечательно. Потом останется всего два, и можно будет уже отправляться в Мафиаса, заговариваюсь. Что ты нашел? Еще один ключ? Нет, какую-то дверь. Она каменная, что ли? О, неплохо. За такой же дверью нашли первый ключ. Ты, Мулес, как же тогда ее открыл, а? Никак. Землетрясение помогло. И пороха. А у нас всего несколько бочек пороха. Должно хватить. Если нет, попросим еще. Дьявола. Ассасин, бежим!
Да, не получилось у Эцио прицельно выстрелить по бочкам. Да, подсказка, оставленная Пола, привела Эцио на бычий форум. К сожалению, тамплиеры тоже занимаются там своими собственными поисками. Не получить урона вообще. Офигеть. Преследуйте тамплиеров. Так. Не уйди отсюда. Пристрелил беднягу. Так. Как мне двигаться-то дальше? Так. Ну ладно. Буду импровизировать. В смысле десинхронизация? Ну, ё-моё. О, Анагон у меня умер даже. Просто прыгнув в воду. Да. Печаль какая. Тебе не уйти отсюда! Я не знаю, ладно, буду двигаться, куда глаза глядят. Покажись! Фиг тебе! Блин. Вот он! Ох ты, скотина, стреляет по мне! Рус! Какая красота, слушайте, а вокруг? Как всегда. Блин, да как их? Ему конец! Нет, нет. Он где-то здесь. Блин, они стреляют, а если попадут, будет очень-очень фигово. Это будет десинхронизация, которая мне нафиг не нужна. Ассасин! Для того, чтобы не десинхронизироваться, нужно, я так понимаю, двигаться. Не останавливаясь. Так. Да пошел ты! Шоба ты! Он позади! Стреляйте! Дьяволо! Стоять! Ой, блин, я чуть не обложился кирпичом! Ай. Эцио, да почему ж тебе постоянно так везет, а? Да пошли вы! Да ладно, блин! Покажись! Так. Ассасин, блин. Убейте, ублюдка! Блин, какие классные вещи творят, а? Разработчики, мать, перемать. Оп! У нас есть порох. Используем его. Назад, освободите место. Ну да. Как и следовало ожидать. Я бегу прямо в огонь, чтоб его так. Так. Он позади. Я до вас доберусь, ублюдки! Вы мне за все ответите. Именно так. Вот черт! Стреляют, паскуды! Блин, да когда же будет конец? Это же, мать его, так, одни сплошные эмоции. Убейте тамплиеров. На! Пошел! Ха-ха! О-оу! Спокуха, ребята, сейчас все будет! Доплавались! Так, что-то мне это нифига не нравится. Mm.
Блин, да сука такая нахрен! Так все хорошо шло, а мать его! Так. Блин! Десинхронизация, мать его, так, за ногу, уроды! Я еще специально приготовился контратаковать, и не получилось! Я даже не понял, почему не получилось. Ай, блин. А, вертел я. Так, и что я дальше-то? Мне надо... А, во. Все, прибыли. О, да. Третий ключ. Восхитительно. Да, спасибо, я знаю. Заметка на будущее. Не записывать прохождение на голодный желудок. Ну, а в принципе, все как всегда в духе искателя приключений, экшен и взрыв, и много-много чего интересного. Ладно, и на этом я эту часть прохождения, пожалуй, закончу. Так что всем спасибо и всем тортик.